название, очень подходящее для начала. «Перед рассветом». Исполнители, лауреаты международных конкурсов Максим Золотаренко. Вера Александровна Лукашевич. Владимир Павлов. Ну и ваш покорный слуга. Как Андрей Антонюк перед рассветом. Thank you.
дорогие друзья. А сейчас перед вами выступит вновь образованный ансамбль. Виолончельный дуэт, носящий светлое имя Сергея Михайловича Черникова, замечательного виолончелиста, педагога. На предыдущих фестивалях звучали также две его пьесы, его сочинения для виолончели и фортепиано. А сейчас ученики незабвенного Сергея Михайловича Черникова, лауреата международных конкурсов Максим Золотаренко и Евгений Прокошин, исполнят опять же сочинение Андрея Николаевича Антонюка из раннего периода его творчества «Минуэт». «Минуэт» в оригинале сочинен для фортепиано, но настолько удачен по фактуре, что мы представим для вас, дорогие друзья, сейчас его версию приложения для дуэта виолончелистов. Итак, Андрей Антонюк, «Минуэт» в приложении для двух виолончелей исполняет Максим Золотаренко и Евгений Прокошин.